Это один из лучших номеров муниципального этапа Геройко-патриотического фестиваля «Пою мое отечество». Из 40 участников в финальную часть вышли обладатели первых 4 мест среди солистов, ансамблей и танцевальных коллективов. Действительно, это настоящий уровень. Ребята, спасибо большое, что приходите. Мы поем свое отечество. Мы любим его. Мы любим свою родину. Разрешите от имени нашего мэра Сергея Павловича Сергеева поздравить всех вас с победой. Эти песни, которые вы сегодня поете, петь без души просто невозможно. Ольга Саурская, ученица школы номер 6, заняла первое место среди солистов. Девушка получила общее музыкальное образование 5 лет назад. Подготовиться к конкурсу помогали педагоги из школы. Было очень волнительно, поскольку времени на подготовку было мало. Также была очень сильная конкуренция, были хорошие соперники, с которыми было интересно соревноваться. Конкурс, в принципе, прошел замечательно. Я всем очень довольна. В этом году профессионализм исполнителей песен был более высоким. То есть ребята шли на конкурс подготовленными. Этот конкурс уже получил большую популярность. И думаю, что станет только качественнее и лучше, более масштабнее. Победители представят город-курорт на зональном этапе в Новороссийске. Организаторы надеются, что анапчане выступят и в финале, который состоится в мае в Краснодаре.